Helixrem инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения Helixor Heilmittel GmbH & Co. KG, Германия, код ATX, активное вещество, лекарственная форма, Helixrem, форма выпуска, упаковка и состав препарата Helixrem. Раствор для ПЭК, введение гомеопатический прозрачный, бесцветный, без запаха. 1 мл Viscom Album Subspecies Album Ex Herba Recenti D3 0,01 мг вспомогательные вещества, натрия хлорид 9 мг, вода D и до 1 мл. 1 мл, ампулы 3, в комплекте с картонными тубами 3 шате. Пачки картонные. 1 мл, ампулы 8, пачки картонные. 1 мл, ампулы 50, в комплекте с картонными тубами 2 шате. Пачки картонные. Фармакотерапевтическая группа. Гомеопатическое средство, фармакологическое действие. Гомеопатические препараты содержат активные вещества минерального, растительного и животного происхождения в сверхмалых дозах, или потенцированные Т. Е. В гомеопатическом приготовлении – аллопатические лекарственные вещества. Гомеопатические препараты готовятся по специальной технологии. Гомеопатические препараты не обладают бактерицидными, бактериостатическими или антитоксическими свойствами и действуют только на макроорганизм, восстанавливая его гомеостаз, нарушенный патологическим процессом. Обязательным и необходимым законом гомеопатии является правило подобия. Применение сверхмалых доз является практическим следствием подобия. Когда активное вещество, содержащееся в гомеопатическом препарате, поступает в организм, то не все его органы и ткани реагируют одинаково на данное вещество, а только те, которые имеют к нему особое избирательное сродство. На основании значительного клинического опыта считается, что существует подобие патоморфологических и патофизиологических реакций. Каждое лекарственное вещество проявляет свои специфические свойства главным образом в тех органах и системах, которые лежат в сфере его физиологического действия. Терапия проводится либо только одним гомеопатическим препаратом, либо сочетанием двух или более препаратов, в зависимости от клинической ситуации показания к применению. По рекомендации врача-гомеопата, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению конкретного гомеопатического препарата. Способ применения и дозы, способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования. Конкретные гомеопатические препараты и его точная доза всегда определяются строго индивидуально. Общие правила: при острых патологических состояниях используются невысокие десятичные потенции, при хронических заболеваниях и у детей используются более высокие сотенные и тысячные потенции. При острых заболеваниях, когда используются низкие потенции, гомеопатический препарат может применяться через каждые 5-10 минут и 3-4 раза в день, в зависимости от конкретного заболевания. При хронических заболеваниях частота приема может составлять от 3-4 раз в день до 1-2 раз в неделю и даже реже, при использовании очень высоких потенций. Одновременное применение двух или более гомеопатических препаратов или комплексного препарата возможно только по назначению врача-гомеопата. Побочное действие: нельзя исключить аллергические реакции на вспомогательные компоненты лекарственной формы препарата. Противопоказания к применению неизвестны. Особые указания устанавливаются индивидуально врачом-гомеопатом.